Государственный департамент США в своем ежегодном докладе, посвященном ситуации с правами человека в разных странах мира, назвал старшего сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустама Эмомали преемником своего отца. Авторы документа подчеркнули, что после того, как в апреле 2020 года мэр Душанбе Рустам Эмомали занял пост спикера Верхней палаты парламента Таджикистана, он стал вторым человеком в государстве и первым в очереди на президентское кресло. Госдеп считает Таджикистан авторитарным государством, в котором на протяжении более 30 лет правит Эмомали Рахмон, сосредоточивший власть в своих руках. Хотя Конституция страны предполагает многопартийную систему, правительство исторически препятствовало политическому плюрализму, говорится в докладе. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Запад во главе с США обвиняет страны Центральной Азии в авторитаризме и нарушении прав человека во всех сферах жизнедеятельности, что совершенно не мешает этим же странам Запада поддерживать, укреплять и финансировать эти режимы, особенно в последнее время. В свою очередь, власти Таджикистана раскритиковали отчет Госдепа США, заявив, что он носит политизированный характер. В Душанбе считает, что в документе не прослеживается объективный анализ существующего положения с правами человека в стране, а докладчики опираются в основном на информацию из заинтересованных источников, что ставит под сомнение достоверность опубликованных данных. We are witnessing the transformation of the existing world order. Threats such as terrorism, extremism, drug and arms trafficking, cybercrime and other forms of cross-border organized crime have a tendency to increase exponentially.